Это традиционное мероприятие, которое проходит каждый год для того, чтобы молодые люди могли продемонстрировать, чему они научились у своих педагогов и наставников. И, конечно же, чтобы привлечь в свои учреждения новых учащихся. Учащиеся Амурского политехнического техникума предлагали на площади различную продукцию. Работы из дерева и металла, сантехнические крепежные изделия, печи для бани и сауны, элементы садового и ландшафтного дизайна. Предметы для украшения интерьера дома и офиса, мангалы и шарабаны, кондитерскую выпечку. Продукция на продаже, изготовленная руками самих ребят, под руководством своих мастеров. Пока одни учащиеся предлагали изделия на суд жителей нашего города, другие выступали на сцене и развлекали гостей. Все собравшиеся были очень рады такому событию, ведь амурчане могли приобрести полезные товары высокого качества по низким ценам.